Доброе утро. Такой вот у меня завтрак. А здесь у меня лаваш, половинка, яйцо, помидорчик. Сейчас посолю, поперчу, потом все это вот так вот накрою и немного под крышкой подожду, пока яйцо приготовится. Надеюсь, что это будет вкусно. Вот что у меня получилось. Яичница с лавашом. Надо было два слоя лаваша класть, потому что он подвытек. Ну, ничего, это все равно вкусно. Яичница с помидорами в лаваше. Буду завтракать. И кофе. И солнышко. Все, я уже собралась. Сейчас еще осталось приготовить Антохе завтрак и поеду Гришу вести в кино. Ну, вернее, вон Антоха проснулся. Человек, привет. Ты выспался? Так как каникулы, Антоха спал до 9:30. Вот он, мой молодой человек, Она завтрака. сделала мне не цикорий, а кажется, кофе. Антохи яичница, он любит перемешанный огурчик. Что еще? И цикорий. Да, сынок? С молоком. Ты будешь цикорий? Давай завтракай, я пошла сейчас Грише вещи приготовлю. Все, сейчас иду искать Гришки вещи. Гришкины вещи все в комоде. Отдельно. Так, надо какую-то футболку ему найти. Шторы, шторы. Сейчас еще брюки, джинсы. Что еще надо? Надо, конечно, кофту. Но Гришка их терпеть не может, поэтому так и носки. Пошла, сейчас все проглажу. У нас тут птички поют. Они вон сидят, чирикают. Птички теперь этот журнал, как настольная книга, читает прям. Тюк включила. Как всегда, моя любовь — открыть окошко, смотреть на улицу и слушать птичек. Вот. Здесь они тоже поют. Каждый день смотрю, любуюсь. Розочка уже прям покраснели, листики уже столько много. Я нашла еще кофту Гришки. Собрала. Кроссовки, по-моему, на нем. Носки белые обязательно. Все, еду. Сейчас Гришку отвожу. 500 рублей сказал мне, дайте. 150 стоит билет в кино. Ну, как я поняла, это в Динской кинотеатр. И 350 ему на попкорн. Он сначала раскатал губу, что он там пойдет в какую-то пиццерию возле кинотеатра. Но я ему говорю: Гриша, ты едешь с классом, это не с родителями. Ну, так что на 500 рублей надо дать. Еще хочу заехать купить дистиллированной воды, чтобы залить в парогенератор и почистить швы на кафеле в ванной на полу, потому что вообще затирка была белая, а сейчас она как черная. Прям очень хочу. Надо не забыть. Все, класс пошел, поедут на школьном автобусе. Все, пошли. В школьном автобусе, получается, нужно сдать от класса просто 400 рублей на горючку и все. Ну, то есть общая сумма за поездку. И поэтому выходит Минской кинотеатр, как бы самый оптимальный вариант, 150 рублей билет и 400 рублей со всех вместе на горючку. Антошке опять дали на каникулы отмечать погоду. Понедельник уже был отмечен, как раз у нас такая погода, солнце и ветерок, а он это нарисовал на вторник. Ну пусть это не стирать, нет, не надо ничего стирать, давай понедельник просто раскрасить солнышко, хорошо? Сегодня понедельник, сынок, я села монтировать еще одно видео. Так, едем за Гришкой, вот сейчас вот без 15:02, они уже въехали в станицу. Все-таки моя лечимся. Да, что это за праздник такой? Ты здесь купил? А там что? Там мы попкорн ели, даже Виолетта, пиццу. Тебя довезти? Прости. Виолетта, тебя довезти? А? Довезти? Нет. Гриш, ну как мультик, расскажи.
Мы просто поржали и все. А что, не очень-то? Мы выходили в туалет, Кирилл пиццу заказал. Ну там пицца лисица. И, короче, он пиццу заказал маленькую, и мы пока ехали, ее все съели. Мы минут пять ее все съели. Так, мы уже дома, дети тут что-то задумали. Мы купили шарики, заехали в Магнит. У нас новый дракончик. Это у нас... Не знаю, как его зовут. Ну, не помню. Гришуль, ты, может, переоденешься, нет? Нет. Не обязательно. А что вы с этими будете бомбочками? Ну, посмотри, что там. А ничего, что надо ванну помыть, нет? Ничего. Здесь тоже можно помыть. Да? Да. Смотри, как у детки. Получается, это вода сюда заходит. Да? Короче, купили шарики. И что еще купили? А, и дракончика же, да? Зашли в Пятерочку, мне там дали вчера скидку 25% на рыбу, если честно. Так, Бариллу купила вот такие вот перья. И дали 25% вчера на скидку, но, если честно, эту рыбу присматривала и вчера, но думаю, блин, не буду покупать, не буду. А тут смотрю, мне скидку дали, думаю, почему бы и нет, вот такое вот филе мороженого минтая. Не знаю, как по вкусу. Сейчас хочу разморозить его, замариновать и запечь. И отварить макарошки, и салат, помидорчики, огурчики сделать. Вот я достала свой парогенератор. Купила, кстати, 5 литров дистиллированной воды. Стоит она у нас 75 рублей 5 литров. Навела. Сейчас жду. Вот марка. Уже давно им не пользовалась. Включить нужно и до того, как будет гореть. Ждать, пока не загорится вот этот значок пара. Вот, так что ждем. Я парогенератором сейчас чищу духовку. Почистила вот это вот здесь все. Вот тут вот все. Если честно, было так круто, даже не могла остановиться. Теперь дело за духовкой, за вытяжкой. Здесь она была тоже вся-вся грязная. Вот примерно как вот здесь вот. Красота такая, я сейчас все почистила, снимать не могла, потому что смысл парогенератора, когда, то есть одной рукой нужно сжать, да, выходит пар, температура около 200 градусов, и тут же нужно вытирать все полотенцем. Поэтому могу сказать, что здесь стало очень чисто. Вот, здесь кое-что еще не отошло, но, знаете, не с первого раза такое все жирное может отойти. Поэтому главное несколько раз потом делать уборку. Все, сейчас ставлю сюда чайник. Все, кстати, получается, дезинфицируется, да, под такой температурой. Вот, сейчас будем готовить ужин. Себе для фона включила YouTube. Сейчас Ольгу Баварию, там еще много видео в очередь поставила. Сейчас буду готовить ужин. Здесь у меня вода на макарошки. Здесь уже сковородку поставила разогреваться. Буду из рыбки делать что-то типа, как куриных наггетсов, знаете, вот она уже размерзла. Сейчас я ее посолю, поперчу, буду обмакивать в муку и в яйцо. Все, сейчас буду готовить. Звук сейчас уберу с YouTube пока. Что мы делаем? Берем рыбку. Сначала ее обмакиваем в муке. Да, сковородку нужно опять зажечь. Я ее угасила. Сейчас. Все вымазала. Греется? Нет. Вот, теперь греется. В муке, значит, рыбку. В яйце. И теперь опять в муке. В общем, так вот. Вот так вот. Теперь кладем в масло. Дальше продолжаем в том же духе. Она еще, видите, не совсем размерзшаяся. Вот где толстое место, то оно немного заморожено. Ну, ничего страшного, оно сейчас все растает. Здесь у меня два яйца просто взболтаны вилкой. Надеюсь, что дети такое будут есть. Потому что с рыбой у нас засада. Дети не особо ее едят.
Яйцо. Я не знаю, как будет, если честно. Потому что кто-то же делает в кляре, да, рыбку. Но вот заводить кляр, по мне, что проще, то я и готовлю. В общем, сейчас наложу сковородку. Продолжим. Я продолжаю готовить рыбку. Это уже вторая сковородка. Первая вот такая вот она получилась. По-моему, очень красивая. Здесь у меня макарошки уже забросила, посолила воду. Я масла в нее не добавляю. Вот кто-то еще масло, я только соль. Вот еще немножечко останется на третью сковородку. Я уже сделаю салат. Отварные перепелиные яйца, помидоры, сюда еще огурцы, салатные листья и сделаю какую-нибудь вкусную заправку. Наш ужин, макарошки детям, салат со сметаной, соевый соус и горчица. Нормальная заправка? Да? И, как всегда, наш любимый салат с перепелиными яйцами, помидоры, огурцы, салатные листья. Все, и наши наггетсы из рыбки. Ты будешь такое кушать, сынок, рыбку? Да? А как ты мог только это хотеть, если ты еще это не пробовал? Это же рыба. Горячая? Надо просто подуться. Ну. Так, тут у нас полный трэш. Вот что значит пенообразователь. Я даже сюда не захожу. Дети, вы же убираете тут сами. Нет, мама. Угу. А мама нет. Не скучно нашим детям. Папа наш поехал на волейбол, Гришка сегодня на карате не поехал, он что-то приехал, лег спать с кинотеатра и вот проснулся, как-то у него видно что-то, не знаю, говорит, голова болит, поэтому мы его на карате не пустили, но зато у них сейчас там веселуха, все нормально, и я сейчас буду делать пряники. I used to believe.